Отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с отрядом Государственной противопожарной службы Лужского района сообщают, что за прошедшую неделю с 26 ноября по 3 декабря был зарегистрирован один выезд спасателей на пожар. Он произошел 1 декабря. Сообщение о пожаре поступило на пульт 135-й пожарной части в 18 часов 19 минут. Горела баня в дачном некоммерческом партнерстве «Заповедная». Обстоятельства и причины пожара устанавливаются дознавателями.